Добрый день, меня зовут Марина Соколенко, и в этом видео я поделюсь с вами своим отзывом о прохождении обучения по оптимизации и раскрутке YouTube-канала у Владимира Коваленко. Скажу так, раньше я уже проходила подобное обучение, но, как правило, коучи дают слишком много воды, либо слишком длинная какая-то размытая вводная часть. У Владимира вы получаете все самые крутые работающие методики буквально с первого задания и с первого его видео. Чему я научилась? Конечно же, это я поборола страх перед камерой, что очень важно, да, быть расслабленным, красиво говорить, не бояться камеры. Второе, я научилась грамотно настраивать YouTube-канал и привела его в божеский вид, наконец-то. У меня теперь очень красиво выставлены все плейлисты, настроены грамотно, прописано описание канала, всех видео, хэштеги. Это имеет большое значение для поиска на YouTube. То есть мои видео теперь легче найти, теперь они больше и больше будут выходить в топ. Также он обучает, как правильно называть свои видео, чтобы они выходили в топ. Как правильно снимать видео, чтобы сразу было интересно, и человек понимал, о чем будет речь, и хочет ли он с вами остаться. А он захочет, потому что все уже будет упаковано таким образом, что вы будете в глазах ваших зрителей настоящим профессионалом. Также вы научитесь монтажу видео. Очень есть хорошая программа у него, которую он делится как раз таки на этом курсе. Полностью есть видео, как что настроить, как делать монтаж. Никаких проблем не будет, даже если вы боитесь и думаете, что монтаж это уж точно не для вас. Поверьте, там очень все легко и просто. Даже справится, наверное, первоклассник с этим. И что еще мне понравилось? То, что будет такая уникальная фишка, как рекрутинг через YouTube-канал. Чего я раньше, допустим, ни от кого не слышала и не знала. Я уже попробовала, и у меня пошли первые заявки. Поэтому с удовольствием вам рекомендую этот курс. Благодарю Владимира Коваленко за профессиональные, качественные, эффективные знания, которые он на нем дает. Всех благ! И спасибо еще раз Владимиру. Курс бомба.